Мы сегодня открываем Бухи, открываем композицию «Журавли». Ну, что я могу сказать? Вот для меня это олицетворение моей молодости. Мы еще, будучи студентами, приходили, видели этих журавли. Потом прошли годы, в какой-то момент об этих журавлях забыли, но мы решили вспомнить, они у нас есть, они есть в нашей душе. И сегодня мы дарим городу этот парк, дарим городу вновь воспоминания нашей юности, молодости и дарим городу замечательные композиции «Журавли». И я хочу сказать, что вот такую работу, чтобы Уфа действительно стала городом-парком, мы последовательно, спокойно сделаем и проведем. Уфа будет городом вот таких парков. А вам спасибо огромное за терпение, за то, что поверили нам, что мы вот вместе с вами сегодня можем его принять. Спасибо. Слово предоставляю заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максиму Борисовичу Егорову. Там за движуха. Там женщины, да. Показали, что кроме других, что они сделали? Они вас радуют.